Для того, чтобы начать вертлюжский гон, вам потребуется вначале найти жертву стаи. Жертва находится в этом месте. Это недалеко от Буракаменской шахты. То есть здесь находится лагерь следопытов, которым вы брали задание. Вы можете спокойно пройтись через лес к этому месту. Изучив тело, вы обнаружите кровавый след, по которому потребуется пройтись. Стоит отметить то, что стая появляется только в ночное время с 21 часа до 5.